Мы только что приехали к Анне и Антибе, и вот, собственно, направляемся к самой Ницце. Вот здесь прямо очень хорошо видно, что вода лазурная, прозрачная. Там вдалеке видны горы. Вот. В районе Каннах не было, вот в районе Тим есть пляж. В Каннах, кстати, пляж был песочный. Здесь уже начинается галька, мы видим. Купающихся нет, есть волны, так что вопрос с купанием у нас будет под вопросом. До встречи.